Синемяе – маленький провинциальный городок, расположенный между тремя высокими холмами. В годы Второй мировой войны здесь был один из пунктов мощнейшей обороны эсэсовцев Таненберг. 30 июля в Синемяе был проведен слет легионеров, которые в годы Второй мировой войны сражались на немецкой стороне. Ежегодный слет ветеранов СС с участием пособников нацистов и их молодых сторонников проводится объединением ветеранов дивизии и обществом друзей эстонского легиона. В 1944 году на высотах Синемяе прошли самые ожесточенные бои на территории Эстонии. Здесь гитлеровские войска, в том числе эстонская дивизия СС, сдерживали наступление советских войск, в составе которых были и бойцы эстонского стрелкового корпуса. По разным оценкам, в боях под Синемяем потери обеих сторон составили около 200 тысяч человек. Сбор ветеранов в конце июля в Синемяе является уже традиционным и проводится с закона с 1994 года. Он посвящен памяти павших в боях. Организатором собрания является Союз борцов за свободу Эстонии, в который входят ветераны 20-й эстонской дивизии и общество друзей эстонского легиона. Несмотря на сильный дождь, у креста в Синемяе собрались сотни людей. Мероприятие посетили представители правящей партии «Союз Отечества» и «Республика». Присутствующий активист «Союза Отечества» и «Республика» Тармо Крузимяе подтвердил, что Март Лар пообещал провозгласить ветеранов 20-й дивизии СС борцами за свободу уже в следующем году. Представители правящей партии пообещали ветеранам предоставление дополнительных льгот по пенсионному обеспечению и увеличение других социальных льгот. На слет ветеранов СС прибыли также представители Латышского объединения легионеров и движения «Латышские националисты». Они поздравили всех с переносом советского памятника.